Хей, йоги, с вами Шимки, мы поиграем сегодня продолжению серии игр Forgotten Hill, либо Забытый холм. И это у нас погребенные вещи. В предыдущей серии, либо части игры, у нас рассказывал про мальчика, который убил своих знакомых, близких. Поэтому погнали. Ага, Forgotten Hill, март 1886. Наконец-то. Осталось совсем чуть-чуть. Гибридионное прохождение успешно. Личинка реагирует на раздражение. Разгадка лежит в электрическом токе и экстракте мандрагора. Дорогой, извини, что отвлекаю, но... Какой кошмар, боже мой. Чем ты здесь занимаешься? Это травер... Так, оторванные конечности? Дорогая, зачем ты сюда явилась? Разве я не запрещал тебе входить в лабораторию? Прости, дорогая, но у меня нет другого выбора. На кону стоит слишком много. Окей. Надеюсь, ты простишь меня, любовь моя. Здесь тебе никто не побеспокоит. Возможно, однажды мы увидимся с тобой снова. Позже ночью я проснулся от странных звуков, доносящих из подвала. Уже точно я понял, что мне так не придется иметь дело. Со своей женой? Ага, часы. Здесь, короче, мужик убил свою жену. И то, походу, была голова брата, его брата. Не знаю, кто они. Скорее всего, думаю, братья почему-то. Немного на лицо знакомые. Ну, похожи. Знакомые. Ага. И что мне нужно сделать? Ну ладно, походу здесь пока что рано. Короче, у нас есть часы. Если верить так. 1, 3, 3, 4, 2. 1, 3, 3, 4, 2. Здесь у нас еще непонятно, что делать. Открыто. А вот и как раз и понятка. А не, слушайте, это, я думал, это его голова брата, но у брата узор немного другой был на голове. Так, жабки, пароль. Так, ладно, давайте, я думаю, с вот этим, да, вот сделаем. Нолик, 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 нолик. Так, кружочки, квадратики. Погнали. Так, мне нужен квадратик сюда. И чтобы здесь был квадратик. Дело в том, что я не могу вращать по той диагонали, хотя... Подожди. Сюда квадратики. Сюда кружочки. Или наоборот, боже. Квадратики, тут кружочки. Все. Слева кружочки. Тут еще два вида кружочков. Стоять. Не понял. С точечками. Точечками внутри. Ой-ой, фризит. Фризит, о как? Странно. Странно, но лагает. Кружочки. Хорошо. Да, мне нужны квадратики. Так, тебе нужно переместить сюда. Квадратики. Здесь.
черными точечками. Так вот. Только осталось сюда перевернуть туда. Готово. Это зелье чего-то, которое я должен использовать буду потом сюда. Ага. Мы идем дальше. Какой-то ебанутый доктор. Так, если я выйду из-за этого, ты ж останешься? Нет. Положить там, сейчас и не двигаются, да? Если что, я помню. Я помню. 2, 3, 3, 4, 2. Это какой мне нужно? 1, 3, 3, 2, 4. Я же говорю, 4 есть. 1, 3, 3, 2, 4. Так, слышишь, безумный шляпник. 12, 3, 9. Блять. Как мне бы тебя туда поставить, чтоб ты вместе со мной не катался? Вот так вот. Ключ, знак, комод. Ключ сюда, не подходит. Уходим. Ничего нет. Вот, замок. Пианино. Пианино с первой части. Код мы не знаем. Уходим, выходим. Заходим. Шапку я не могу взять. Да я понял. Дерево здесь ли... Может, здесь мне нужна комбинация? Подождите. 2, 3, 3. Не-не, тогда... Как она? Так, да, перебрасывается. 1, 3, 3, 4. Там вообще, кажется, 12... Нет, там единица была. 2, 3, 3, 4, 2. 0, треугольник, крестик. Короче, лох в квадрате. Лох в квадрате. С крестиком.
Куда меч? Так, мне не хватает цветочка, и почему-то здесь еще и шляпа. Это меч с пиловидной, так сказать. Последняя банка. Так, давайте смотреть, что здесь. Член. Пробитие. Квадрат. Дождь. Так. Все. Ладно. Цветок. Так, еще скважина есть. Значит, сюда, да, нам, скорее всего, цветок нужен. Нет. У нас еще вот это вот есть. Цветок у нас на шкафу был, точно. Клочок бумаги. Ну, видите, здесь хотя бы видно, что изображено. Вниз, лево, вверх, лево, лево, вниз. Где еще что-то вылезло? 5, 4, 2, 3, 1. 5, 4, 2. 5, 4, 2, 3, 1. А, так оно меняется, тю. Ну и зато правильно. Орнамент в виде кругляха. Можно считать ли это за руки? Думаю, нет. Но если там я не мог понять, то здесь я вообще не могу понять. Нахрен нам мне ствол? Пальцы я менять тоже не могу. У нас нигде ничего. Ладно, давайте сделаем эти под руки. Вправо, лево, короче. Как мне? Подожди. Где здесь верх? Если это все вверх, тогда все будет вот так. Если оно идет по порядку, тогда, ну типа, первый ряд, второй ряд. Тогда так, так, так. И вот так. Фихиво. I know, understand. Ой, а тут больше ничего не нажимается. Здесь есть руки. На руках все заканчивается. Пистолет, но он не используется. Вот вы меня опять заставляете лезть в интернет. Нету ни хера. Здесь нету глаз. А, может,
это и есть лоза. Подожди, здесь нужно понять, где эта правая рука. Кулачки смотрят вниз, да? Не, именно так получается. А вот это у нас левая рука, это правая рука. Медальона зайца с... Не знаю, что это. С ветками на голове. Ну, мне почему-то кажется, это было ожидаемо. Ляш, отдохни. Должно быть, после того, что я сделал, пробудилась некая мистическая сила. Дорогая, я очень хотел, чтобы ты покоилась с миром. Ну а теперь я знаю, что завтра ночью мы увидимся с тобой снова. И послезавтра. И послезавтра вместе навсегда. Все похороненные тайны рано или поздно станут яви. Все. И у нас вышло это 17 минут, а не как первая часть 30 минут. Ладненько, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.